по улице Речной по дороге Магадан-Балаган-Наэталон устанавливают опоры для освещения. Согласно проекту, в этом году специалисты должны поставить более 100 таких конструкций. Работы будут проходить до конца ноября. Также установят барьерное ограждение. Приступят к монтажу через 10 дней, после того, как закончат бетонирование закладных деталей. На объекте трудятся порядка 20 человек и 4 единицы техники. Однако это не все работы, что входят в контракт. По контракту у нас еще выполняется устройство заездных площадок, устройство посадочных площадок и монтаж автобусных остановок. Устройство освещения, устройство барьерного ограждения, устройство водопропускных труб, у нас одна труба делается, и укрепление водоотводной канавы. На сегодняшний день у нас по проекту у нас 12 площадок и 12 автобусных остановок будет, соответственно. То есть на сегодняшний день выполнено и подготовлено 6 площадок заездных, посадочных площадок с тротуарами. То есть и заасфальтировано уже на сегодняшний день на остановке Зайцева посадочные площадки и тротуары. В следующем году специалисты планируют ввести фонари в эксплуатацию, подключение двух линий от двух трансформаторных подстанций. Контрольный срок выполнения контракта – ноябрь 2022 года. Сумма – 140 миллионов рублей.